Дождливая ночь в Medical Lake, штат Вашингтон. Но полиция должна поймать грабителя. Скорость 110 км в час. Мужчина за рулем не намерен сдаваться. Лихой каскадерский трюк на высокой скорости. Опасный разворот на скользком от дождя шоссе. Но офицер Хейс не отстает, несмотря на смену направления погони. А здесь машину может легко занести. Что в результате и произошло. Затем он объезжает дерево и встречает патрульного один на один. Он таранит машину Хейза и двигается вперед-назад, не желая очной встречи с патрульным. Снова разгоняется и врезается в другой патруль. Взять его в коробочку не удается, и гонка возобновляется. Уже 2 часа ночи. Дождь льет все сильнее и сильнее. И вдруг Хейс видит ужасное зрелище. Пикап слетает с дороги. Машина переворачивается. Хейс полагает, что нарушитель, конечно, ранен. Но к его изумлению тот невредим и, мало того, готов продолжить бегство. Вот он бежит через поле, затем снова к дороге, где его останавливают электрошокером. После выписки из больницы его ждет прописка в тюрьме за вождение в нетрезвом виде, ставшее причиной столкновений других машин.